Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это третье видео по игре GTA 5 на сервере Rolly Game. В данном видео мы с вами рассмотрим работу эвакуатора. Для того, чтобы устроиться на работу эвакуатора, нужно прибыть на станцию эвакуаторов, быть точно на штрафстоянку и, соответственно, подойти, как и в случае с миссией такси, подойти на чекпоинт и нажать кнопку E для приобретения лицензии. Лицензия ориентировочно будет стоить долларов 400-500, то есть эта работа будет более перспективная и более высокооплачиваемая, чем такси. Так, для того, чтобы устроиться, нажимаем кнопку E, оплата лицензии, и теперь можем работать эвакуаторщиком. Для того, чтобы работать эвакуаторщиком, соответственно, после покупки лицензии отправляемся и садимся в машину, соответственно, и также из такси нажимаем клавишу E для запуска миссии. Нажимаем E и начинаем работу. Оплата эвакуаторщика происходит практически по такому же принципу, как и оплата таксиста. То есть зависит от расстояния, также зависит от машины, которая эвакуируется, ну и также существует премия в виде бонуса там, от 50 до 100 долларов соответственно. Пока идет разработка, то машина для эвакуатора доступна только одна. То есть, соответственно, в будущем машины могут меняться. То есть, дорогие машины, там, дешевые будут и так далее. Они будут находиться в разных точках. Пока для теста создано только 5 или 6 точек. Нам с вами в данном случае хватит и одной. А пока отправляемся за машиной и продолжим тогда, когда я до нее доеду. Вот мы с вами и на месте. Теперь посмотрим, где стоит наша машина, скорее всего. Где? Ага, вон, она стоит на возле бара байкеров. Сдаем задний ход. Стоит отметить, что как и в одиночной игре, для того, чтобы качественно подцепить машину, нужно постараться зацепить ее за бампер и четко по центру. Если вы будете цеплять неправильно, то крюк будет обрываться и машина будет отцепляться от вашего эвакуатора. Я, честно, у меня тоже это не с первого раза получается, но давайте... Может, сейчас для видео у меня получится нормально. Так, зацепите разбитый автомобиль к эвакуатору. Опять же говорю, что пока автомобиль только такого вида. Я думаю, вот так вот будет. Вот так где-то будет правильно. А, вроде зацепил. Давайте его немножко поднимем. Вот. И теперь, соответственно, поехали его вести обратно на станцию эвакуаторов. Ну, а я к вам вернусь, когда мы доедем обратно. Поехали! Подъехали к месту. Сейчас отцепим машину и закончим нашу миссию. Для того, чтобы отцепить автомобиль, нужно зажать H. Автомобиль отцеплен. Мы доставили автомобиль на точку. И, соответственно, теперь, чтобы закончить работу, нам нужно выйти с машины эвакуатора и отойти. Если мы хотим продолжить работу, мы, как в случае с такси, едем дальше по городу, пока не поступит новый заказ на эвакуацию авто. А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Также заходите в группу ВКонтакте нашего сервера, участвуйте в обсуждениях, предлагайте свои идеи. Всем спасибо, всем пока!